Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я недавно проходил регрессию у Архарова Юля. Это был очень интересный и очень полезный для меня опыт. Я давно хотел сделать это, но так получилось, что я обратился к Юле. Я ни разу не пожалел. Что получилось очень интересного? Во-первых, то, что удалось вспомнить несколько своих прошлых жизней, и то, что эти воспоминания оказались в корне отличны от того, что я себе представлял, то, что я думал, что вот я такой был в прошлой жизни, другой был в прошлой жизни. Те картинки, которые я увидел, они были совершенно другие. Но интересно то, что во время регрессии, когда мы доходили до момента оставления предыдущего тела, до момента вселения в это тело, мы как бы проходились по этой жизни и были моменты, когда мы приближались к рождению. И вот мне удалось вспомнить такие вещи, которые я, в принципе, не знал. Как выглядел роддом, где я рождался, где был мой отец в этот момент. Я этих подробностей не знал. Во время регрессии мы все это увидели, и это прям, для меня это был очень большой, так сказать, инсайт. Вот, то есть я могу однозначно сказать, что штука эта очень рабочая. Если вы думаете, что регрессия, все это там ерунда, у меня опыт другой. Я вижу, что ни капли не ерунда. Зачем это нужно, вы, я думаю, сами знаете. Если вы интересуетесь уже регрессией и задаете этот вопрос, то вы понимаете, зачем вам это нужно. Кто-то, может быть, хочет укрепиться в своей вере, кто-то хочет немножко выйти за рамки телесной концепции своей. У меня было всего понемногу. Почему именно к Юле стоит обратиться? Потому что с Юлей вы сделаете это очень просто, очень вы сделаете качественно, гарантированно, что у вас получится. Вот, потому что многие знакомые мои, они тоже к Юле обращались, и у всех все вышло. Так что, пожалуйста, дерзайте, обращайтесь. Все у вас будет хорошо. Всего хорошего.